Праздничное настроение ко многим приходит только после того, как город начинает украшать к Новому году. Одной из первых преобразилась улица Ленинградская. Здесь уже установили светодиодную конструкцию «Фонтан». Очень хорошо. Особенно, когда это делают заранее. Вот. Становится как-то приятно и весело. Несмотря на слякоть и дождь, кажется, что Новый год уже близко. А он и правда близко. В этом году дополнительная иллюминация осветит улицу Осипенко. Композиция называется «Звездная ночь». Ее авторы – дизайнеры из Санкт-Петербурга. Таких в Самаре установят больше сотни. Займут свои традиционные места и объемные световые фигуры. На площади Куйбышева, значит, будут установлены две композиции «Зимний лес», одна композиция «Дед Мороз на санях». «Звездное небо» вот будет новый на улице Ленинградской. На площади Кирова будут установлены сакуры, деревья световые. Монтаж всех украшений обещают закончить к 7 декабря. Тогда же вечернюю Самару раскрасят новогодние огни. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События.